Прогноз погоды на 31 октября. В 6 часов утра в центральных вузах температура воздуха была от минус 19 до минус 16, в Заречье 20-16 градусов со знаком минус, в южных вузах 20-19 градусов со знаком минус, в Вилюйской группе вузов минус 18, минус 12 градусов, в Нижнеленске минус 28, минус 21, в западных вузах от минус 15 до минус 14, в Колымо-Дегирской группе вузов минус 27, минус 7 градусов, в Янске минус 29, минус 13, и на северо-западе от минус 24 до минус 10 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 18 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем ожидается минус 13, минус 15 градусов.